Кожному потребен дом и верный сябр. Доброчинная акция «Подари им шанс» отбудется завтра у Гомелі. Ее ладить волонтерский рух по обороне бездомных живел. 11-я по лику акция почнется о 12-й године у городском центре культуры. История волонтерского руху у Гомелі почалася 6 годов тому. За этот час волонтеры допомогли уладковать у добрые руки больше як 1000 бездомных живел. Завтра удельниками акции станут 67 годованцев. Усе коты и собаки огледжены ветеринарами и прищеплены. Организаторы сподяются, что многие из них знайдут своих господаров. У программе мероприемства бесплатные консультации ветеринаров и выступления творчих коллективов. Люди, которые придут на акцию, которые захотят взять себе животное, при себе обязательно должны иметь паспорт. Если будут брать кота или кошку, должны обязательно иметь при себе сумку или переноску. Если собаку, значит, поводок, ошейник. Это обязательно наши условия. И если все-таки едете за взрослым животным, то, конечно же, подумайте о транспорте, на котором вы будете добираться. Желательно, чтобы это была машина, потому что массовое мероприятие – стресс для животного. А также у нас будет на акции работать палатка «Помощь животным», куда любой желающий может принести корм, лекарства, амуницию для животных. И у нас на акции будет работать палатка, где будет продаваться это все с выездной торговлей. Поэтому можно будет приобрести это все на месте и оставить для наших подопечных. Обзавести себя верным сябром и оказать допомогу можете и вы. Подробязная информация по телефоне 8 029 674 21 65.